Всем привет! Сегодня я хочу вас пригласить на мега-золотую конференцию 2016 года «Анталия за счет компании Oriflame». Отпуск вашей мечты совершенно бесплатно. Даже если ты новичок, ты можешь поехать с нами. С возможностями Oriflame, без риска и с безгранично растущим доходом вы сможете сделать реальной ту жизнь, о которой вы мечтаете. Деньги, успех, признание, банкеты, конференции и путешествия за счет компании. Компания заботится о нас и устраивает самые грандиозные мероприятия по программе «Все включено». 2013 год. Золотая конференция во Франции. 2014 год. На лайнере мечты. Три страны. Франция, Испания, Италия. 2015 год. Валенсия. Золотая конференция Oriflame для золотых директоров и выше. 2016 год. Мега-золотая конференция Oriflame «Стамбул плюс Анталия». Впервые с уровня менеджер можно стать участником золотой конференции и отдохнуть с командой. По программе «Все включено». Стамбул. Три незабываемых дня для новых золотых директоров и выше. Плюс Анталия. 4 дня вместе с менеджерами и директорами. По системе «Все включено». Ты можешь поехать с нами бесплатно, даже если ты новичок. Рекрутируй ежекаталожно. Поднимайся на 2 ступени вверх по лестнице успеха и отправляйся в Анталию на 4 фантастических дня. 4 дня гости золотой конференции проведут на берегу Средиземного моря в Анталии вместе с участниками конференции менеджеров, своей командой. Только представь, теплое море, шикарные пейзажи и сервис на высшем уровне. Уникальные деловые мероприятия и чествование твоих достижений. В обществе самых успешных лидеров Oriflame, участников золотой конференции. Oriflame дает шанс самым быстрорастущим лидерам окунуться в атмосферу роскоши, путешествий и развлечений. По системе все включено. Oriflame предлагает безграничные возможности. И главное иметь безграничные желания ими воспользоваться. Итак, квалификация начинается с каталога номер 7. И будет длиться по каталогу 1 2016 года. Даже если ты новичок, планируй свой успех и отправляйся в Анталию вместе с нами. Первое, что тебе нужно сделать, для того, чтобы четко знать свой план, тебе необходимо вспомнить, на каком самом высоком уровне ты был в компании Oriflame. Цель до каталога 1 2016 года – получить 2 новых менеджерских уровня. Повторить свое достижение необходимое количество раз. Набирать нужное количество квалифицированных рекрутов каждый каталог, определенных конкретно для вашего процентного уровня в своей родной стране. И последнее условие. За всю квалификацию, то есть с каталога 7 2015 года по каталог 1 2016 года включительно, набрать суммарное количество квалифицированных рекрутов, необходимых для вашего процентного уровня. Обратите ваше внимание, что очень важно вспомнить, какой был у вас самый высокий уровень в компании Oriflame до каталога 4 2015 года. Потому что эти уровни, они фиксируются, и вы выполняете уже условия, определенные для каждого конкретного процентного уровня. То есть, если вы до каталога 4 2015 года были до 9%, значит, ваша цель стать 15%-ником, повторить достижение, то есть выйти на 15% 4 раза, иметь по 2 квалифицированных рекрута каталог и суммарно по всей группе в своей родной стране 30%. И вы квалифицируетесь в Анталию на 4 незабываемых дня за счет компании. Что такое квалифицированный рекрут? Это новичок, прошедший шаг 1 стартовой программы. То есть в России и других странах это новичок, сделавший заказ на 100 баллов в течение 21 дня от регистрации. В Украине и Белоруссии 75 баллов в течение 21 дня от регистрации. Работаете в команде. Квалифицированный рекрут, зарегистрированный в глубину, считается сразу всем в родной стране. То есть можно зарегистрировать новичка, объяснить ему все преимущества и помочь ему сделать заказ на 100 баллов.
или договариваться с командой, регистрировать по очереди родственников в глубину и делать через них по 100 баллов. Один квалифицированный рекрут, зарегистрированный в глубину, считается абсолютно всей команде. Обязательно запросите видео, как легко сделать баллы через интернет. И у вас всегда будет необходимое количество квалифицированных рекрутов. Итак, с чего начать? Напишите своему менеджеру. Я хочу в Турцию, Анталию, готова работать. И обязательно заполните заявку, ссылка под этим видео. И вас возьмут в команду. Вы получите видео, как рекрутировать, как легко делать баллы и ваш личный план роста. Все это очень реально. Работайте и взаимодействуйте со своей командой. И всего за полгода вашей работы вы сможете получить поездку в Турцию совершенно бесплатно, по системе «Все включено». И встретиться с лидерами и командой. Главное, помните, рекрутинг – залог вашего роста. Рассказывайте всегда новичкам о возможностях компании. Квалифицированный рекрут, зарегистрированный в глубину, считается всей ветки. Используйте эту возможность. Что же нужно делать? Для того, чтобы прилично здесь зарабатывать и получать поездки за счет компании. В ваши обязанности будут входить всего 3 простых действия. Приглашать в эту команду, пользоваться продукцией и обучаться. Ну а сейчас я вам расскажу подробнее для каждого процентного уровня условия квалификации в Анталию. Если ты новичок или твой самый высокий уровень был 3-6-9%, первое условие – достигни новый уровень 15% на лестнице успеха Oriflame. Новый уровень засчитывается только в том случае, если под вами нет человека с таким же уровнем. То есть у вас должен быть отрыв в один уровень. Второе условие. За период квалификации выйди на 15% 4 раза. Можно не подряд. Третье условие. Каждый каталог в родной стране. Во всей группе у вас должно быть минимум 2 квалифицированных рекрута. Четвертое правило. Суммарное количество рекрутов по всей вашей группе у вас должно быть не меньше 30. Обращаю также ваше внимание, что те, кто в нашей команде работают и весной, и летом, у тех рост с 12-13 каталога, то есть с приходом осени, идет автоматически. Выполнив план, вы едете с командой на золотую конференцию в Анталию. Обращаю также ваше внимание, что ваш среднемесячный доход вырастет до 300 долларов, и вы получите премию 200 долларов за новый 15% уровень, а также премии за предыдущие менеджерские уровни. Новички, зарегистрированные до 14 каталога 2015 года, могут тоже поехать вместе с вами в Анталию. Все, что им нужно, это выполнить необходимые условия. То есть 4 раза быть на 15% и иметь по группе 30 квалифицированных рекрутов. Планируйте свой успех, ставьте себе смелые планы, и у вас обязательно все получится. Если ваш самый большой уровень до каталога 4 2015 года был менеджер 12%, значит этот план роста для вас. Для поездки в Анталию необходимо выполнить все перечисленные условия. Первое условие. Достигнуть новый уровень 18% до каталога 1 2016 года. Новый уровень также засчитывается только в том случае, если есть отрыв минимум в один уровень от зарегистрированного под вами человека. Баллы за международное спонсирование учитываются. В течение квалификационного периода, то есть с каталога 7 по каталог 1 2016 года, выйти на уровень 18% 3 раза, можно не подряд. Это второе условие. Третье условие. Каждый каталог в своей персональной группе иметь минимум 3 квалифицированных рекрута в вашей команде в родной стране. Четвертое условие. За весь период квалификации у вас должно быть суммарно 45 квалифицированных рекрутов по всей вашей группе в родной стране. Выполнив условия, ваш среднемесячный доход увеличится до 500 долларов. Плюс вы получите премию
за новый уровень 18% 300 долларов, а также за уровень 15% 200 долларов. Успешной вам квалификации, верьте в себя и до встречи в Анталии. Если ваш самый высокий уровень был менеджер 15% до каталога 4 2015 года. Первое условие. Достигнуть новый уровень старший менеджер компании. Международные баллы учитываются. В течение квалификационного периода выйти на 22% 3 раза. Каждый каталог иметь минимум по 4 квалифицированных рекрута в вашей персональной группе по родной стране. И четвертое условие – за весь период квалификации иметь в персональной группе 60 квалифицированных рекрутов. Кроме этого, выполнив план, ваш среднемесячный доход увеличится до 700 долларов. Вы получите премию 400 долларов за новый уровень 22%, а также 300 долларов за новый уровень 18%. Если ваш самый высокий уровень 18%, то этот план для вас. Первое условие. Достигнуть новый уровень старший менеджер. Международные баллы учитываются. Минимум 3 раза выходить на уровень 22%. Третье правило. Каждый каталог иметь минимум 5 квалифицированных рекрутов в вашей персональной группе в родной стране. И четвертое правило. Суммарное количество за весь период квалификации у вас должно быть 75 квалифицированных рекрутов. С каталога номер 7 2015 года по каталог 1 2016 года включительно. Кроме этого, выполнив свой план, за полгода ваш среднемесячный доход увеличится до 700 долларов. Вы получите премию 400 долларов за новый уровень. Если вы до каталога 4 2015 года уже были старшим менеджером, то для квалификации на конференцию менеджеров вам необходимо выполнить все перечисленные ниже условия. Первое условие. Достигнуть новый уровень директор. Результаты международного спонсирования учитываются. Второе правило. Иметь каждый каталог в своей родной стране по всей вашей группе минимум 6 квалифицированных рекрутов. И третье правило. Суммарное количество квалифицированных рекрутов за весь период квалификации, то есть с 7 каталога 2015 год по 1 каталог 2016 год, должно быть 90 квалифицированных рекрутов. Выполнив план, ваш среднемесячный доход увеличится до 1000 долларов в среднем, и вы получите премию 1000 долларов от компании. И мы с огромным удовольствием отпразднуем ваш успех в Анталии на золотой конференции Oriflame. Ты едешь с нами? Отпуск твоей мечты совершенно бесплатно в твоих руках. Что нужно сделать? Напишите своему менеджеру или директору: я хочу бесплатно в Анталию и готова работать. Квалификация начинается в каталоге номер 7 2015 года и продлится до каталога 1 2016. Спешите квалифицироваться. Для того, чтобы мы знали, что вы тоже хотите поехать с нами в Анталию, заполните заявку, ссылка под этим видео. Удачи вам, стремительного карьерного роста! И до встречи в Анталии на золотой конференции Oriflame.